В этом выпуске мы разберем аккорды и гитарный бой песни группы «Браво» «Это за окном рассвет». Напомню, как звучит первый куплет, первые две строчки. Я знаю точно, куда течет река. Я знаю точно, зачем растут цветы. Ну, надеюсь, вы вспомнили. Итак, какой же гитарный бой? Давайте посмотрим. Это гитарный бой шестерка. Как его играть? Возьмите аккорд АМ и играйте. Один удар по струнам вниз, пустой ход вверх, вниз, вверх, пустой ход вниз, вверх, вниз, вверх. И у вас получится вот так. Отрепетируйте этот гитарный бой медленно, потом немножко быстрее. И в нормальном темпе у вас получится вот так. Итак, вступление этой песни играется следующим образом. Первый куплет. Я знаю точно, куда течет река. Я знаю точно, зачем растут цветы. Как видите, первые две строчки играются одинаково. Третья и четвертая строчка немножко меняются. Начинается с аккорда F. Куда прячет утро 3000 звезд? И четвертая строчка. Не считая голубой луны. Второй куплет звучит так же, как и первый. Откуда ветер приносит облака? И как до солнца добраться налегке? Но если ты спросишь меня о любви, я не знаю, что сказать тебе. Итак, аккорды куплетов мы с вами разобрали, а припев – это самое легкое в этой песне. Это за окном рассвет, это города весной, это одинокий свет, зовущий за собой. Это только ты и я, где-то на краю земли. Отпускаем в небеса воздушные шары. Ну что ж, на этом наш разбор подошел к концу. Аккорды в третьем куплете такие же, как фи в первом и во втором. И потом снова играйте припев. До встречи!